19 мая в России отмечается День пионерии. Практически все жители страны, кому за 40, могут считать себя причастными к этому празднику. Ведь в стране советов каждый школьник должен был носить почетное звание пионера, пионерский галстук и значок. Ольга Русл продолжит тему. Каждый будний день советского школьника начинался этими бодрыми позывными. Пионер всем ребятам пример. Он должен был носить красный галстук и следовать заветам Ильича. С развалом Советского Союза канула в лету и пионерская организация. Нынешние школьники едва ли знают, кем были их мамы и папы, бабушки и дедушки. Знаешь, кто такие пионеры? Люди помогают всем. СССР помогали. А откуда ты про пионеров знаешь? Рассказывали в школе. Это ребята, которые раньше помогали там взрослым постоянно. И вообще очень хорошие были раньше ребята. Жалко, что сейчас таких нету. Пионеры – это дети, которые учились раньше и помогали людям, людям с какими-то делами. Кто такие пионеры, знаете? Ну, примерно. Ну, кто это такие? Ну, это... Я не знаю, как вам сказать. Я далек от этого всего. Для более старшего поколения пионерия – это стиль жизни. Стать членом этой организации было почетно. Школьники трепетно учили пионерскую клятву, пели гимн. Теперь в памяти остались только яркие моменты. Например, как в день пионерии школьников бесплатно катали на автобусе. Мы за бесплатно катались на автобусе до 6 часов вечера. Это я хорошо помню. Все, после 6 нас уже выгоняли с автобуса. Все, уже 6 часов. Что это самое, все, уже будете деньги платить. У нас был радостный день такой, праздничный день пионерии. Я последнее поколение пионеров, которое вообще существовало в НАУ. Помню, что вступить в ряды пионеров было очень почетно. Мы очень этим гордились и принимали в пионеры не всех, а только достойных. Я юный пионер Советского Союза. Перед лицом своих товарищей. Завязать красный галстук каждый школьник мог, что говорится, с закрытыми глазами. А появление в школе без главных атрибутов пионерской организации, значка и галстука приравнивалось к катастрофе. Позволить это могли себе только совсем уж отпетые хулиганы. Теперь пионерский галстук – достояние разве что школьного музея. Именно здесь, в музее, с ностальгией о пионерской юности вспоминали наши героини, две Ольги. Я очень хорошо помню этот день, потому что в статусе отличника первой школы попала в Дом пионеров, где принимали в торжественной обстановке. И поэтому на следующий день с красным отглаженным галстуком пришла в свой класс первым пионером. На общешкольной линейке у нас была очень большая школа. И у нас это было, проходило все на улице. Было очень тепло, и на улице нас принимали. Помню, мы домой бежали, такие гордые. Красный галстук развивается. Нам так было здорово. Пока ведутся споры о пользе или вреде для молодежи пионерской организации, противопоставляя советскую идеологию современной, выросшие пионеры с грустью вспоминают о старых добрых временах. Например, о Тимуровском движении бескорыстной помощи пожилым людям пионеры не просто занимали свой досуг, но и приносили пользу обществу. Мне кажется, больше было дисциплины. Дети были организованные, они были заняты. У нас мы занимались, бегали, макулатуру собирали. Очень хорошо помню сбор макулатуры, сбор металлолома во дворе старой первой школы. Огромные территории, выделенные каждому классу. Любили кататься на бочках, когда собирали металлолом. Много разных интересных моментов было, да. Когда первые годы работы связаны с воспоминаниями о Тимуровском движении, когда мы ходили, скапывали огороды бабулям, сажали картошку. Сейчас в России существуют аналоги пионерской организации. Например, в 2015 году создано Российское движение школьников. Таких масштабов оно еще не достигло. Пионерские костры, синие ночи и готовность к борьбе за счастье людей. Добрая память о пионерской организации. Ольга Русл, Владислав Ткачев, Вадим Стасюк, телеканал «Север».